Вот такой пейзаж. Вот это наше логово. Мое и собачье. Сиротская кроватка. Спальник сушится. Это мешок с патронами. Это груда добычи, ждущая обработки. Журнал добычи, куда записываются размеры добытых птичьих. Ведро с водой, пополняемое ежедневно. Ящик с продуктами. Пайка моя. Наша. А, вот галстучник свежедобытый. Да, ну и, конечно, телефон Иридиум. Это просто хранилище для патронов, для карабина. Пулемета у меня нет. Рабочий инструмент. Это вместо туалетной бумаги. Гипновые мхи сушеные. Подзорная труба на треноге. Очень полезная вещь. Сейчас главное заняться определением добытых птичек. Пока они не успели пропасть, надо их снять, шкурки, размеры, и эту мышку тоже записать в журнал добычи. Вот и вся обстановка. Да, мое жилище напоминает логово людоеда. Собаки кости грызут. Везде мясо, мясо. Но надо как-то утилизировать. У моих собак челюсти не очень сильные. И кости разгрызть они не могут. Вы знаете, как можно расколоть простым ножом косточку? И это просто. Но надо знать, как ударить. Чтобы достать костный мозг. Для собачек. Бить поперек смысла большого не имеет. Кость надо расколоть вдоль. Для этого не обязательно тяжелое орудие. Вот достаточно вот такого охотничьего ножа. Можно взять, конечно, и более легкий ножик. Но он у меня для рыбы, и мне жалко. Честно говоря, его можно и сломать. А вот такой средней тяжести ножик вполне можно расколоть такую вот голень. Бьется не поперек, а вдоль, градусов под 30 от оси кости, и довольно легко раскалывается. Главное резко ударить. Вот она уже и сломана. И можно достать сладкий, вкусный, жирный, нежный костный мозг. Койра, иди ко мне, моя старушка. Кай-кай. Кай-кай, смотри, какая вкусная штучка. Иди. Кай-кай, иди ко мне. Иди ко мне, Койра. Не тронет тебя черный. Кай-кай. На. Ну вот, черный досталось, все. Вкусный мозг, да? Так, Койра, вот тебе ножик. Действуй со мной. На, на. На тебе, на, моя хорошая, на.